Друзья, всем привет! Очередная посылка не с Алиэкспресса, но все ссылки на эти часы будут в описании под видео. Переходите, покупайте, они есть все на Алиэкспрессе. И это очередная посылка, которую мне прислал на обзор, чтобы я сделал рекламу китаец. Давайте посмотрим. Очень быстрая доставка, около 2 недель от этого продавца. Посылки идут всегда так быстро. Вот в такой коробке, картонная. Все достаточно хорошо упаковано. Смотрим, это у нас новая модель какая-то. Открываем и достаем. Та-дам! Та-дам-та-дам-та-дам. Так, они у нас уже идут. Это хорошо. Здесь вот такая бирка Casio, как и вот здесь. Вот так они выглядят. Это у нас пленка. И G-Shock. Оно вдавлено туда. Отлично. Вот такая у нас красная подсветка. И цифры у нас выполнены. Черный такой фон. Белые. То есть не как вот эти, да? Просто вот на таком фоне. А здесь более интересно. Так, давайте, значит, посмотрим. У нас здесь вот такая штука открывается. И мы ставим время. Значит, время у нас сейчас 12:33. Все, вот таким образом мы установили время. Дальше здесь есть секундомер. Это сброс. И будильник. Так, ну что могу сказать. Ремешок сделанный довольно неплохо. Здесь вот эти все надписи присутствуют. Вот это тоже все не лазерная надпись. Это все вдавлено. То есть смотрится абсолютно круто. И здесь вот такая застежка. Написано Casio. Данные часы можно купить в разных стилях, допустим, красные с черным, желтые, золотые, какие хотите. И здесь, по идее, должен быть компас. Но так как это копия, его, наверное, здесь нету. Потому что такая вот у нас, смотрите, крышка. Ну, короче, ссылка, друзья, будет в описании, переходите, покупайте. Вот эти все часы рекомендую, смело покупайте. Часами доволен. И давайте посмотрим, как они смотрятся на руке. На руке они смотрятся вот так. Довольно такие массивные. И смотрятся очень-очень дорого. Давайте взвесим их еще. Часы весят 44,6 грамма, 45 грамм. Допустим, вот эти весят 44,3. Вот эти 50 ровно. И вот эти 38. Так что, друзья, вот такие вот часики. И давайте посмотрим толщину. Толщина у нас 17,1. И ширина 54,4. В принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, и вступайте в группу ВКонтакте. Всем приятного вечера. Пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.